Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Лысый Пётр, и сегодня мы опять играем в The Long Dark, и у нас сегодня, испытание под названием Кочевник. Так, мы оказались сразу же в каком-то доме, давайте выйдем на улицу, посмотрим, что у нас там. Фермерский дом у нас. Угу. Интересно. Ну давай же. Во. Вот такой дом у нас большой. Там вон олень ходит. Прикольно. Так, давайте зайдем в дом. Всякую фигню там пособираем. Что нам понадобится в пути. Так, ну давай, что у нас тут есть? Книжка, да? Ну, давай возьмем. Это что? Спичечки. Это что такое? Ничего. Так, газета нам не нужна. Там еще какая-то фигня. Патрончик. Так, дальше давай посмотрим. Чай. Это что? Какая-то фигня. Так, арахисовая паста. Батончик. Ага. А, здесь можно что-нибудь разжечь, да? Ой, то есть огонь разжечь. Ну давай так, с чего? Нам надо пойти палочки взять. Ага, вот здесь есть дровишка. Отлично. Давай. Деревянные спички. Давай эти используем. Так, вот так. Потихонечку, давай. Ой, извините, ребят. Зима же, блин, я простудился уже. Ой. Прикольный огонек так. И трещит классно. Ой. 53 минуты, да? Давай еще подкинем. Это сколько? Давай это подкидывай. Вот так. Все. И дальше лутаемся. Смотрим, что у нас здесь есть. О, горючего. Горючие, то есть, простите. Крекеры. Апельсиновая вода. Короче, много всякой фигни. Так, дали бы мне ружье, пошел бы я пострелял кого-нибудь. Оленя застрелил бы. Классно бы поел, пировал бы здесь. Но нет, блин, я хожу здесь и лутаюсь. Надо все облутать. Вода. Отличная ткань. Да хрена лута, ребят. Вот, блин, дофига. Вот. Вот и оленина, кстати. Так, что мы еще не посмотрели? Здесь не смотрели. Шапка. Так, а что у нас из одежды есть? Угу, шапка. Так, возьмем эту шапку. Это мы выкинем. Так, так. Еда, всякая фигня. Ладно, дальше пошли смотреть.
еще книга. Спички. Так, это мы возьмем. О, фонарь. Отлично. Газету возьмем. Будем все разжигать. Ну-ка, возьми, что это у нас тут? О, это классно, кстати. Будем теперь консервы открывать без всякого труда. Это надо нам? А, да, можно взять с собой, да. Возьмем. Можно, кстати, выпить его прямо сейчас. Так, где он тут? Вот он. Шапочка наша. Так, погнали сюда еще сходим, потом пойдем на второй этаж. Ну, возьмем с собой. Зачем, не знаю, но посмотрим потом. Ух ты, прикольно. Чашка кофе. Ну ладно, давай. Возьмем, потом все сожгем. Так, книги, мои любимые. Давай, все ко мне. Так, ну здесь вроде бы все. Здесь ни ружья, ничего нет, да? А вот здесь еще можно посмотреть. Батончик. Не-не-не-не, все, больше ничего не надо. Ну ладно, погнали на второй этаж. Какие-то кубики. Еще книга. А что это у нас там такое, а? Что это? О, шарфик. Отлично. Спичечки. Ну и все. Так, здесь еще комната есть. Здесь у нас ничего, а здесь... А, ящичек. Не, это нам не надо. Так, это у нас ванная комната. Понятно. Отлично. Ну все, да? Все блутали. А нет, еще сюда не заходили. Здесь у нас что? Еще одна книга. Ящички.
давайте посмотрим, что мы там набрали себе. А ну-ка, это что, что? Тихо-тихо-тихо. Что это у нас? Возьмем. Так, давай. Из одежды. Такая фигня. Давай возьмем. Это мы выкинем. Эту фигню мы возьмем. Эту мы фигню возьмем. Это мы выкинем. Возьмем. Это выкинем. Шарфик возьмем. Так, давай такой возьмем. Это оставим на пока. Это мы выкинем. Все. Можно идти вниз, полежим, немножечко поотдыхаем и будем уже путешествовать, ребят. Погнали. Все, мы облутали. Ну и отлично. Давай, подкинь сюда. Так, подожди, не так, не так. Вот так. Ложись, давай, отдохнем 2 часа. Ой-ой-ой, не то, не то, блин. Вот 2 часа отдыхать, все. Все, отдохнули. Ух ты, блин. Поднимай. Ну-ка. Во, там уже темно. Ну ладно, погнали. Так, пойдем. Так, это что? Нифига себе. Еще куча всякой фигни здесь есть. Антибиотики. Хм, прикольно. Так, теперь нам сюда. Там собачка раньше жила. Так, куда же пойдем, ребят? Давайте пойдем. Еще сходим в бомбар. И потом будем уже путешествовать. Куда-нибудь туда пойдем или туда. Ну да. Погнали, посмотрим. А здесь ничего нет, блин, совсем ничего нет. Ладно, значит, сходим сюда. Ага, сюда зайти нельзя. Ну ладно, погнали дальше. И куда нам пойти? Куда пойти, куда пойти? Давай сюда. Да, погнали, прямо. Начинается путешествие наше. Так, давай потушим это. Все. Все, прощай, хорошее место. Да ну нафиг! Блин! Долбанный волк! Быстрее, скотина, быстрее, заходи. Зайди нафиг, ёханы, не-не-не-не-не-не. Не хочу умирать, не хочу. Дверь, как зайти? Я ничего боюсь, я ничего не знаю. Фух. Ой. Долбанный волк. Ты чё, охренел, что ли? Откуда ты взялся там? Так, давай-ка выйдем отсюда. Вот. Туши фонарь. Где он? Я слышу его. Погнали, тихо. Свалим. Пока он там ищет нас, мы свалим. Все, валим. Он где-то там. За домом. Все, валим. Офигеть.
Вот, ребят, мы и повстречали волка. Это было очень страшно. Все, валим. Теперь наши планы изменились, пойдем теперь сюда. Все, погнали. Нифига себе, что это? А, это дерево так стоит. Ясно. Так, блин, и о чем же поговорить с вами, пока мы идем? Даже и, блин, не знаю. Наверное, на паузу поставлю, ребят, пока что-нибудь не найду интересное. А то так идти, блин, и молчать совсем неинтересно. Во, нашел кое-что интересное. Смотрите, кого я нашел. Ну-ка, давай. Разжигай. Быстрее, быстрее. Во, быстрее, лови зайцев. А ну-ка. Давай посмотрим на них. Во, вот, падла, смотри, бегает. А ну-ка, стой. Все, свалил. Ну ладно, блин. Так, смотрите, здесь у нас заборчик какой-то есть. Интересный. Ой, дорога. О, офигенно. Так, давай, туши нафиг. Погнали, посмотрим, что у нас здесь есть. А чего-то ничего нет, блин. Ну ладно. Ладно, погнали дальше путешествовать. Ну, чего-то, ребят, не знаю, блин, вот я хожу, ничего интересного так и не нашел. И что, блин, делать, я не знаю, заби заканчивать или не заканчивать, фиг его знает, блин, зачем ходить, так и ничего не делать. Какая-то необычная игрушка, очень, ты здесь чисто ходишь, здесь ни домов, ничего нет. Ну, хотя есть, но, может быть, именно на этой карте очень мало домов и всего такого. Ну, как-то не очень интересно. Хотя, подожди, длинный поворот. О, машина. Нифига себе, класс. Погнали, посмотрим. Ага. Что у нас тут есть? Так, давай. А здесь у нас... Ничего, да? Как обычно. Ну ладно, ребят, я даже не знаю, что еще нам поделать. Уже мне скучно стало, и вам, скорее всего, скучно очень стало. Так что все, ребят, с вами был Лысый Петр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Не знаю, может быть, я еще запишу серию по этой игре или не запишу, не знаю. Ладно.